Приветик всем! А мы идем на пляж загорать, купаться, не знаю, окунуться может и надо будет. Но опять какое небо красивое, но тучи грозовые. Обещает дождь сегодня, но мы успеем позагорать. Сегодня раннее утро, 9 часов утра. Вот мы идем уже на свое место. Народ уже подходит. Мало как-то, в этом году очень мало людей. Пока что места хватает. Видите, как вода поднялась, потому что в Закарпатье очень сильные дожди. Сейчас вам покажу другую сторону берега. Видите, вот там, где зеленая часть берега, был песок метров 10, наверное. Вот это все сейчас в воде. Вода, конечно, грязная, но она прохладная. Надо полежать, погреться, распариться, потом можно в воду. Сейчас холодно заходить. Не один раз брата на море. Песок, да? Песок. Народ уже подтянулся, дети пришли, последний звонок, они пришли сюда повеселиться, поотдыхать. Облака опять какие красивые. Это чудо просто. Да, становится веселее, музыка появилась. Вот молодежь веселится. Молодцы, пришли. Посмотрите, девчонки, мальчишки. Девочки,
такие облака. Это просто чудо, чудо, чудное. Ну вот мы позагорали, идем домой, закреплять загар, отдыхать. Спасибо, что были со мной. Хорошего вам дня, до свидания. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пока.